Аббревиатура ДНД теперь уже знакома практически каждому. В советские времена народные дружины были хорошим подспорьем правоохранительным органам и органам власти в поддержании правопорядка в обществе. Затем они на некоторый срок прекратили свое существование. С тех пор многое изменилось. Положительный опыт прошлых лет был возрожден. Во всех сельских поселениях Кашхабского района функционирует ДНД. Полномочия членов народных дружин входит в предупреждение разного рода правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, участие в охране порядка при проведении массовых мероприятий. Как правило, на рейды, направленные на охрану общественного порядка, народные дружинники выходят вместе с участковыми уполномоченными полиции. Мы проводим сейчас профилактическую работу в составе добровольной дружины, в которой участвуют казаки Вольнинского общества, хуторского, специалисты администрации местной и также активная часть мужского населения. Наша работа в основном складывается профилактическая, в беседе с молодежью, в вечернее время. В Вольнинском сельском поселении продуманы маршруты патрулирования для членов народной дружины. Командир отряда вместе с главой поселения и участковым уполномоченным полиции определяют общественно значимые места, где собирается наибольшее количество граждан. В этих местах дружинники проводят профилактическую работу. За один вечер дежурства участковым уполномоченным составлен один протокол и вынесено несколько предупреждений. Подобные мероприятия будут носить систематический характер.